Привет. Вот гуляю с собакой и думаю, а зачем, собственно говоря, я ношу с собой iPod каждый день в кармане? Вот он сейчас у меня в руке, и с помощью его я все снимаю. Каждый день я его как мобильный телефон. В левый карман я кладу мобильный телефон, а в правый карман брюк я кладу iPod, с помощью которого делаю съемки. Все, что мне попадается, интересное, снимаю. Появляются мысли какие-то, кажущиеся мне более или менее значимыми. Записываю. Короче говоря, накапливаю какой-то материал. Вот уже второй год я веду этот блог, видеоблог. Спрашивается, зачем? Вот если задуматься, для чего я это делаю? Потребовалось время мне для того, чтобы привыкнуть к тому, чтобы регулярно пополнять новыми и новыми материалами странички этого видеоблога. И получается такой видеоряд, вот я сейчас думаю. Накапливается материал, разные рубрики. И по всей вероятности, через какое-то время, если посидеть и посмотреть, вернуться к этим материалам, то можно понять в какой-то степени, кто я такой. Ну, очевидная, простая истина. То есть я видеоблогер, и на своем блоге я так или иначе проявляю себя как личность. Как я отношусь к тому, к этому, что я думаю по этому поводу, как я реагирую на такие вещи, что мне нравится, что мне не нравится. Короче говоря, человек, который может или хочет хоть какую-то часть этих материалов смотреть, то через какое-то время он может понять, кто я такой. Читая комментарии, он может понять, как ко мне относятся другие люди. И таким образом, через время, через какие-то мои усилия, совершенно незначительные, потому что я специально не готовлюсь, я специально не сижу, я специально не тружусь над блогом, я не профессиональный блогер, который зарабатывает на этом. Я просто проявляю себя как личность, как человек. И люди, которые смотрят вот эти материалы, они могут понять, кто я такой. Есть ли смысл со мной иметь какие-то дела, связываться, есть ли смысл наблюдать за моими мыслями, действиями, какую выгоду можно получить из общения со мной, какие знания, опыт перенять и так далее. С чем-то согласиться, с чем-то нет. Но суть такая в конечном итоге. И к чему это приводит? Я возвращаюсь всегда к одной и той же теме, потому что основное направление моего блога и основная моя как бы суть, внутренняя сущность моя, это бизнес, сетевой маркетинг, предпринимательство, зарабатывание денег, получение дохода, желательно остаточного. И если это так, то мне, по сути дела, удается или удастся участие людей сформировать о себе более или менее мнение, которое действительно соответствует тому, кто я есть. Если это так, и какие-то люди увидят, что со мной можно иметь дело, то я, и мне можно доверять, то я могу обращаться к вам, к тем людям, которые как раз вот считают, что со мной можно иметь дело. Я могу к вам обращаться как к своим. Я могу вам что-то говорить, и вам это будет казаться правильным. Потому что я себя проявил уже в разных своих выступлениях так разнообразно, с разных сторон себя зарекомендовал, что у вас появилось ко мне, возможно, какое-то доверие. Со мной можно иметь дело. И тогда вы можете сказать, да, вот он тогда говорил, это бы оказалось правдой, вот тогда, и вот сейчас он говорит, наверное, это правда, надо попробовать. То есть это получилось
Понимаете, какая замечательная вещь? Я говорю избитые совершенно вещи, банальности, собственно говорю, но поскольку я не являюсь профессиональным блогером и никакой я не интернетчик, для меня это такое радостное осознание то, что происходит. Знаете, как ребенок, который познает мир. Какой замечательный инструмент. У вас ведь тоже такой может быть инструмент. А видео сегодня инструмент, который вам будет делать деньги, делать бизнес. Мы можем кому-то что-то предложить, мы можем кому-то что-то донести, достучаться до сердца, до души, до сознания, если нам верят, если нас знают, если мы не из армии вот этих всех оголтелых людей, которые лезут с навязчивой рекламой. Мы свои и разговариваем как со своими. Если это удается сделать, значит тогда можно что угодно продавать, что угодно продвигать, что угодно предлагать. Хорошее, естественно, чтобы не подорвать свой авторитет и не разрушить доверие, которое с таким трудом созидается. Чувствуете, какая замечательная вещь? Видеоблог. А видео, почему видео? Ну, инициатором является мой сын, конечно, этой идеей, потому что мы с ним много на эту тему говорили, потому что интернет сегодня, как и все вообще информационное пространство, но интернет особенно быстро наполняется разными материалами, и количество этих сведений растет, 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 и они где-то складируются, архивируются, и слишком большой поток, слишком много всего сваливается на голову людей, некогда переваривать. И людям интересно увидеть, вот они еще могут, вот я по себе сужу, мы еще можем каким-то образом воспринять вот сиюминутную ситуацию, вот картинку, вот которая сейчас происходит, вот человека, который сейчас говорит, вот что-то он говорит, что-то показывает, вот это еще ладно смотрит. А зайти в архив и посмотреть, что было вчера или позавчера, да уже сил нет. Да уже это за редким исключением. А читать что-нибудь, читать, буквы разглядывать, предложения из них составлять, думать, это вообще уже люди большинство не хотят. Не потому что тупые, а потому что не справляются с потоком информации. Мозги автоматически отключаются. Иммунитет информационный. Подведу итог к тому, что я тут наговорил. Видеоблог хорош тем, что он создает возможность рассказать о себе. Причем это делается просто, легко. Писать текст – это очень утомительное занятие. А встать и сказать что-нибудь в камеру – это просто. Это оперативно можно делать, это быстро, легко. В YouTube залил раз, два, и у тебя на видеоблоге материал. Если он пополняется все время, если люди привыкают тебя смотреть и слушать, то у тебя появляется инструмент, с помощью которого на основе доверия, которое формируется в результате общения со своим слушателем, то ты можешь делать бизнес. И это правда. Я рекомендую вам рассмотреть эту возможность. Сделайте что-нибудь подобное. Вспомните, сколько раз мы начинали писать блог, давали себе слово и бросали. Тяжело писать. А без ресурса сегодня, без своего представительства в интернете, сами понимаете, пустые мертворожденные сайты, блоги ничего не дают, кроме разочарования. А вести видеоблог интересно. Как сделать видеоблог, как его вести, если кому-то интересно, напишите, я специально отправлю вас к людям, которые вам помогут это сделать. Удачи вам, до связи.